Приветос, приветос, ребятки! Сегодня мы, можно так сказать, проходим испытания от наших подписчиков. Ну, не испытания, а выполняем задания подписчиков. Так, у нас как-то камера мандражирует немного. Ну, ребят, извините, конечно. Я не хотел, чтобы оно так было, такая запись. Ну, что ж поделать. У нас такое вот задание, ребята. Нужно построить домик. У меня формы блоков нету, крыш тоже нету. Есть простые блоки, как когда-то в старом копателе. Давайте. С чего мы будем строить домик? Давайте сперва, как по стандарту, построим фундамент. Ну я ж нубик, я строить так-то, можно сказать, ой, ну нубики не умеют строить, но я как бы умею строить, но уже разучился. Ну в прошлом я строил с Трегубовым, строил был, помню, карту мы закончили, потом строил с кем еще. Ну с таких больше известных я ни с кем не строил, можно так сказать, так что... Только с Трегубовым, не знаю, с кем еще я там строил. Не могу вспомнить, можно так сказать. Ну, был в разных там командах строительных. Ну, это уже, ребят, в прошлом. Я разучился строить. Вот последнее, что я построил, это самая простая карта «Зыбучие пески». Не знаю, как я это построил, конечно же. Ну, что-то получилось. Ладно, строим здесь, ребята, пол. Так. О, отлично. Ребят, ну, извините, я вижу, что у вас сейчас будет мандражировать камера запись, но, увы, увы. Хоть что-то я должен построить. Так, давайте вот так сделаем. Так. О, отлично. Хорошо, что вот поставили вот такую вот идею вращать столбик. Это очень-очень хорошо, можно так сказать, ребят. Эту идею я помню... Новостник из мира копателей. В этом новостнике, я помню, была идея эта. И мне она, кстати, тоже нравится, можно так сказать. Неплохо, ребят. Придумали, ну и администрация неплохо выполнила эту идею. Что нам предстоит строить дальше? Ага, давайте, фундамент у нас готов. Нужно теперь строить пол. Так, ну вот, пол наш уже готов. Надо еще подкупить немного заборика. Заборик, где-то там есть? Отлично. Так, теперь нужно нам его поставить. Я не знаю, откуда у меня вот этот гроб остался. Я не знаю, откуда вообще, честно, ребят, где я его откопал, где я его взял, но он откуда-то у меня имеется. Так, что же мы дальше делать будем? Давайте вот так. Тихо. Так, что ж ты делать-то будешь? Так, блоки есть. Отлично. Здесь мы сделаем выход, ребята, на... Вот на эту фигню, вот сюда. Давайте прямо с этого блока, чтобы не морочить себе голову, сразу с этого блока мы и сделаем ее, да? Так, отлично. Ага. Тут два пускай будет, и тут два, и тут. Вот, все замечательно уписалось, можно так сказать. Вот теперь вы будете вот так проходить, вот здесь подоконник. Так, вот. Thank you.
теперь настало время сделать вход. Давайте мы выполним это в таких вот красивеньких тонах. Стекла. Тихо. У меня есть идейка получше для тебя. Вот так. Так что ты делать-то? Ладно. Так. Вот. И еще один. Да что ж ты это делать будешь, сладенький ты мой? Так. Вот. Ну и молодец. Вот. Есть. Отлично. Отлично, ребята, отлично, конечно. Мне это нравится. Так, теперь нужно вверх. Какой у нас будет вверх? Так. Давайте же из такого вот блока. Ага. A realidade da ilusão. Educação é um pedaço de pão que falta pra humanidade. Liberdade, igualdade, fraternidade pra dentro do coração. Ну вот, ребята, немного вот так вот получился у меня домик. Ну, конечно же, я его не до конца построил. Я задумал вот такую вот фигню. Давайте вы сейчас зацениваете. Если вам понравилось вот это видео, да? Вот этот вот, можно сказать, новую такую вот рубрику на канале, тогда вы ставьте лайк. Обещаю, что в следующий раз у меня уже вот эта часть не будет лагать запись. Видите, оно сейчас мандражирует. Обещаю, что этого уже не будет, этих лагов. И ладно, что я хотел сказать. Если вам понравилась эта рубрика, я не буду этот дом сегодня заканчивать. Вы просто ставите лайки и пишите в комментариях. Да-да, продолжай. Ну, или же ВКонтакте на странице продолжай эту рубрику. И уже в следующей второй серии я вот этот домик закончу. И также вы можете, ссылочка есть в описании, на обсуждение, где вы можете предлагать свои идеи, свои ачивки, чтобы я их выполнял. Какие вы хотите постройки, чтобы я делал, и тому подобное. А пока что, ребят, пока-пока, до скорых встреч.